детстве я стал свидетелем убийства. Убийца погнался за мной, я спустился в люк. Я заблудился. Люди! Вот тогда у меня и стали проявляться мои способности. Кто это? В комнате было 6 человек, включая вас. И кто-то один из этих 6 ввел в капельницу смертельную дозу хлорида калия. И доказательства есть? Или только... Опять цирковое представление. Всем приготовиться. Твою мать! Собачка дисквалифицирована. Займемся настоящим делом. Серийное убийство? Еще остались области знаний, где ты не специалист. Хочу разобраться, как у меня там все устроено. Начинаем. Сенсация. Ты давно ждал этого момента. Глупо бы было просто взять и убить тебя. Вы не верите в совпадение? Но если речь идет об убийстве, то нет. Я хочу, чтобы ты все осознал. Кто ты без него? Об этом подумай. Мальчик с пистолетом. Когда мы ждали того момента?